Я думаю, что мало кому нравится, что все вокруг ругаются матом. Это нехорошо. Я вот лично никогда в сети, в письменной форме не употребляю крепких слов. В речи, конечно, бывает, что они проскакивают, но в письменной форме у меня есть определенное воспитание, которое не дает мне возможности этого делать. Ну, к сожалению, есть и другие люди, которые употребляют эти слова. Но я считаю, что если их в свое время не воспитали родители, то сейчас это роль у тех, кто их читает. Мы сами, когда читаем их блоги, их сообщения, если это не оправдано с точки зрения, например, какой-то там культурного, художественного приема, мы должны сами делать им замечания, если нам это не нравится, если мы не готовы с этим мириться. Любой путь запретов, он тупиковый. Тем более тот путь, который сейчас предлагают вот отдельные депутаты Государственной Думы, это путь просто к цензуре. Это люди, которые неграмотны с точки зрения интернета. Если реализовать их предложение, то у нас будет закрытый Live Journal, и ВКонтакте, и Facebook, и YouTube, и вообще все популярные ресурсы. Я считаю, это абсолютно недопустимо. Я против этой инициативы. Но, кстати, считаю, что опасность ее принятия, она несколько преувеличена. Я думаю, что это искусственно нагоняемая волна, потому что все ждут новых гадостей от депутатов Государственной Думы. Мне кажется, этот вопрос, он умрет сам собой.